Новый современный облик обрело отделение открытого акционерного общества АСБ «Беларусьбанк» на улице Мопра после модернизации. Это приятное мгновение с нетерпением ждали не только работники банка, но и его клиенты. За свои предыдущие 25 лет данное отделение накопило богатые традиции и значительную клиентскую базу. А с сегодняшнего дня качество, доступность и удобство обслуживания для всех посетителей стало в разы лучше. Это еще раз подтвердил в своем приветственном слове Владимир Меша, начальник Брестского областного управления номер 100 АСБ «Беларусьбанк» на торжественной церемонии открытия. «Беларусьбанк» не только в год качества делает реконструкции и серьезно относится к условиям обслуживания людей. Это системная работа, потому что мы понимаем, что мы социально ответственный бренд, что наш имидж – это все для людей, для работы нашей экономики и для обслуживания нашего населения. Мы очень серьезно к этому относимся, и вот подтверждение сегодняшнего открытия отделения 10-14, я думаю, будет еще одним таким серьезным моментом улучшения качества обслуживания наших горожан, любимого нашего города Бреста. Сегодня отделение «Беларусьбанка» на Мопра – это новый современный формат банковского учреждения, в котором созданы благоприятные условия как для обслуживания клиентов, так и для самих работников. В обновленном здании все оборудовано по последнему слову техники. Есть комфортная клиентская зона, уютная локация ожидания и самообслуживания. Технологии меняются, операции меняются. Клиенты меняются, специалисты меняются, и необходимо это все приводить в должный вид и согласно наших утвержденных правил. В данном отделении мы расположили и банковское оборудование, ну и никто не отказывался от теплоты отношений с нашими работниками. И, наверное, это все будет востребовано, потому что в данном подразделении перечень операций очень широк. Здесь можно оформить банковскую платежную карту, здесь можно оформить кредит, заключить договор страхования, совершить валютообменную операцию и многое-многое другое, то, в чем нуждаются наши клиенты. Для удобства клиентов «Беларусьбанка» в отделении установлена электронная очередь, два инфокиоска с функцией кэш-ин, бесплатный Wi-Fi, мультипользовательское рабочее место, где посетители сами или с помощью консультанта могут провести ту или иную банковскую операцию. Также у входа в отделение для удобства клиентов установлен банкомат с функцией инфокиоска, который работает 24 часа 7 дней в неделю. Банкомат, причем работает не только на выдачу наличных денег, но и на прием платежей. То есть в нем есть дерево ЕРИП. И можно 24 часа в сутки, круглосуточно, обращаться к банкомату за любыми банковскими услугами. Такие новшества в данном отделении уже успели оценить не только работники банка, но и первые посетители. Мы здесь рядом живем, нам очень удобно ходить именно в это отделение. Ходим, конечно же, давно, потому что живу здесь с детства. Конечно, помню все изменения, все реконструкции, которые были. Ну, не все, но в осознанном возрасте, да. И небо и земля, хочу сказать, с тем, что было раньше и что теперь. Ну, и даже по сравнению с предыдущим ремонтом, конечно, тоже вижу изменения. Во-первых, интерьер, цвета. Стало немножко просторнее. Ну, вижу, что поменялось местами, какие кабинеты. Кондиционеры стали как усиленнее работать, не так жарко, как раньше, больше посадочных мест. Смотрю, появилось новое место, чтобы посетители сами могли рассчитываться с помощью, конечно, сотрудников банка, осваивать новые технологии, тоже идти в ногу со временем. Я сам по образованию и по работе инженер-строитель. В обозримом так хорошо все вроде как бы сделали, ну, вроде как бы немножко тесновато, но, как говорится в народе, в тесноте не в обиде. Коллектив прекрасный, я всех их уже знаю, они меня знают, вот приходят, обслуживание на высшем уровне, так держать. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.